Добрый день, дорогие наши зрители. И сегодня мы в гостях у вот этих вот забавных малышей. Маня и Тося. Здесь они в этом вольере вместе живут дружно и всегда рады гостям, рады посетителям. Сегодня к ним пришла Елена Желябова, принесла вкусняшки. И Маня и Тося с удовольствием угощаются. Вот. Переехал Манин дружок Степашка к Люсе. Сейчас он там уже обжился хорошо. И с Люсей им весело. Вместе проводят время. А Маня и Тося здесь тоже дружненько. Вот. Вкусные крымские огурчики. На ура! И на сушке две, Лёлик и Болик. Здесь им составляют компанию. Вот такая вот разношерстная, так сказать, компания. Кстати, у Стёпы и у Люси тоже там целая стая на сух. И на сухе там довольны, что Джоник переехал, потому что Джоника они побаивались. А Степашку и Люсю они принимают за равных себе. И поэтому там сейчас такое вот, после перехода Джоника в другой вольер, там интересно, кто возглавит. Ну, наверное, все-таки Люся, она там такой атаман. А здесь, в этом вольере, все атаманы. И Маня, и Тося, и Лёлик, и Болик живут дружно, всего им хватает. А главное, что можно поиграть друг с другом. Что еще нужно малышне, когда они сытые, ухоженные? Конечно же, поиграть, побегать и хорошо, интересно провести время. Собственно говоря, вчетвером как раз-то им можно этим и полноценно заниматься. Вот, вот. А занять себя малышня всегда чем-то может. Особенно, когда они вместе. Если у кого-то настроения нет поиграть, то в этой бравой четверке всегда найдется тот, кто поддержит игру. Благо, энергии у малышей много. Бегают вон и по сетке бегают, и на пеньки взбираются. Так что все здесь у них нормально. А вот еще их дружок пришел тоже. С таким видом, да я ничего, я тут просто лежу, отдыхаю. Таким сонным взглядом посмотрел, действительно отдыхает. Но он знает, что Елена Желябова всегда в своей сумке имеет гостиниц и для котиков, вольных жителей страны Тайгания. Поэтому котики тоже, когда видят Елену, то стараются показать, что им тоже нужно уделить внимание. И, конечно, внимание, сопровождаемое вкусняшкой. Такое внимание для кошечек и других обитателей Тайгана самое главное. Вот, друзья, малышня бегает, словно у них там какой-то моторчик в одном месте. Наугощались, подзаправились. Все, можно теперь побегать, попрыгать, поиграть и повеселиться. Вот то носушки за ними, то они за носушками. Так что здесь коллектив подобрался хороший. Не ссорятся, живут дружно, весело. Ну, малышня есть малышня. Вот станут постарше, там уже появятся какие-то характер начнут проявлять. Ну, все как, собственно говоря, у людей. Вот, друзья, на этих малышей действительно смотришь и как-то подзаряжаешься таким позитивом от этой милоты, от этих красавчиков наших милах. Даже через экран идет вот эта вот хорошая положительная энергия от этой бодрой, забавной малышни. Вот, посетители подходят. Даже
взрослые мужчины всегда с удовольствием останавливаются возле этого вольера. Что ж, друзья, огромное спасибо за видео Елене Желябовой, вам за ваши лайки и комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Всем мира и добра!